И не спрашивайте меня, как я это сделал, пожалуйста. Таймкод, лайки и все. И опять начинает второй раз сипаной. Опять начинает таймкод. Нет, ты понимаешь, прикол в том, что я взял машину новую, просто мне ее доверили, а я сразу ее просто сломал. Засрал ее сразу же. Да. На самом деле мы в шоке сейчас просто. Во-первых, случилось три новости. Мы сейчас вот расскажем. Пока я возьму этот Авентадор, запущу его куда-нибудь. Первое. Спасибо, вперед. Андрей. Нет, подожди. Да подожди. Во-первых, ну хотя ладно. Ну что, хочешь ты сказать? Да. Первое, спасибо большое Андрею какому-то там. Которому я написал уже благодарность в группе, да. Ага. Вот. Ему огромное спасибо за лицуху. Да. Давай дальше. А второе, это то, что... Значит, новые машины. Нашел кто-то из подписчиков, но написал Максим Шут или как-то так. Mm-hmm. Вот, да, кинул ссылки. Шутом, да. Вот. Поэтому, ребята, если у кого-то есть ссылки на какие. Там я знаю, сейчас просто есть группа платная, вот. Он там чувак делает мод. У него там есть Subaru, еще что-то. Вот. Если у вас есть к этой группе доступ, либо вы где-то нашли эти машинки, кидайте в комментариях к записям в группе ВКонтакте. Вот, я обязательно скачаю, поблагодарю вас, так что заранее всем спасибо, если кто... И трассы то же самое, потому что, mm-hmm. вот. Авентадор, кстати, ничего такой, он бешеный, как Порше. Mm-hmm. Ну так вот, и третья новость, это то, что мы просто сейчас с Щербином были в шоке. Короче, вчера же, ну как вчера, сутки прошли, меньше суток прошло после того, как я выложил прошлый... Ты это не видел, ладно, это вот... Это тайм-код сразу, да, заслуживает. Нет! Ну да. Тут тайм-код заслуживает. Подожди, а что это за черное девственное плево тут у нас? Ну, это мое общество. Твоя? Ух ты, блин, сейчас мы... Ну. Так вот, мы с Щербином охренели. Короче, предыдущая серия, когда мы снимали супер эпичный боевик, блокбастер с авариями, набрал у нас 2000 лайков почти уже, там 1900 с копейками. Мы вообще в шоке сейчас были, неожиданно. Всем спасибо, это сразу нас подвигло пойти записать новую часть. Не, кстати, реально за полдня погоди. Ну да, а, стоп, я же сегодня... Ты же днём... За полдня, реально, 2000 лайков за полдня, это большой успех, всем огромное спасибо, кто смотрит, ставит лайки, комментирует, вы наше все, да. Поэтому для вас, любимых, сегодняшний выпуск мы посвящаем... В камеру отлетело в этот момент колесо, но все нормально, в принципе. Оно так эпично просто, знаешь, оно вниз покатилось, смотрите, вот там вдали экрана. Тысяч. Так, единственная проблема, Щербинин. Мы сейчас будем тестировать этот автомобиль. И мы сейчас поедем вот туда, вот где мы вот. То есть... А! Еще сразу объявление. Сразу объявление. Значит, следующая серия, вообще по вашим просьбам, были такие просьбы. Надеюсь, многие поддержат. В общем, просили вы устроить, ну, как бы, настоящие краш-тесты, ну, более-менее реалистичные. И скорее всего сниму это вот либо, не знаю, Щервинь с тобой снимем, или мне одному снять. Со мной. Ну, короче, следующая серия, да, ждите, мы пойдем на другую трассу, там, где вот этот вот grid map, которая со всякими препятствиями, и мы будем брать машины, ну, как бы подгонять там, например, ну, примерно под 60 км в час, стукать ее там передом, задом, говорить, оценивать, и вот, поэтому здесь будет круто. А в этой серии мы, как всегда, будем баловаться на спусках, и первое, значит, Авентадор, но у нас три всего новых машин. Подожди, погоди, можно? Че? На секундочку, это... Пишите тайм-коды все, пожалуйста, то реально, когда мы пересматриваем, ржем и... Да, пишите. Не забываем. Вот, Щербинин, это для тебя плохие новости. Авентадор, багажник спереди. Ну... Залазь. Поехали, ты первый в багажнике. Я а, то есть, а ты сзади? Да. Ой, в смысле, я, фу, я ты, рулем. Ты за рулем. Щербинин, я плохие... Щербинин, меня не трогай! Мы с тобой вместе подохли уже. Кстати, да, подожди, водительской стороной и передом. Посмотри, вот на это. Первого лица включай. Там колесо... Колесо пускай. От первого лица там все засвет... Ну, все нормально. Ладно, а теперь до более эпичности мы должны замедлять перед ударом. Да. Как мы и хотели. Мне вот этот спуск больше всех нравится, кстати. Давай. Сейчас самый прикол будет в том, что... О-хо-хо-хо-хо, красиво, красиво. Ой-ой-ой-ой, крышей. Щербинин прям ходячий саундтрек, заметили, да? Ну, а зачем? Кто посчитает, сколько я повернулась, пальцы вверх, бля, охуенно, просто это самое охренеть. Вот посмотрите на это, это же. Пока колесо. Это шедевр. Щербинин, а кстати, багажник открылся спереди. А я что ли? А, я же багажник. Я багажник. Нет, ты же сказал, ты за рулем.
Ты за рулем. Что? Эй, колесо больно. Нас обга. Так, догоняем колесо. Не получится. Еще одно улетело. Второе. Да, да. Как колесо? Оно будет. Заднее правое, и какое еще отлетело? Передний. Заднее левое. И переднее левое. Одно колесо. Да. Ну все нормально. А теперь попробуем засвеченным салоном. Я не знаю, почему здесь так все глупо. Но давайте. Белый свет в конце тон. Очень долго мы прожили, я смотрю. Я не понимаю, что происходит, но, по-моему, очень сильно мы кувыркаем. Где мы вообще? Хорошо, ух ты. Слушай, это плюшка. Ламборгини плюшка. Стоп! А, так, теперь... Вы понимаете, значит, маленькая сейчас... Тихо, машина, не едь. Маленькая хрень, значит, это Ламборгини. Она итальянская. Итальянская машина, старт! Внимание! И... Так, аккуратно, 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 объезжаем все при... request. Нормально. Алло. Ты идиот? Ты идиот? Что? Она опять плю... Плюшина. Слушай, Ламборгини клюква. Посмотри на... Понимаешь, мотора нету больше. Все, ты всигарил его. У меня бюст плюс. Как тебе аэродинамика? Нет, слушай, а кстати, смотри, аэродинамика довольно-таки очень даже... О-о-о. Ладно, давайте не будем медлить лошадей. И посмотрим, нет, мы посмотрим приору. Подписчик сделал, я не помню, как его ник? Имя. Я не помню. Короче, во-первых, это новая приора. То есть у нас установ... Стоп, что? Я это не видел. Она занижена и без бампера. Короче, прикол заключается в том, что... Понимаешь, что он даже сам не хочет на ней ехать. Так да, вот, у меня была установлена старая приора. На этой, по-моему, исправлен привод. А, нет, не исправлен, задний привод. Ну, в общем, это бордовая приора. Чуть лучше детализации. Она бордовая, и у нее буквы написаны. А еще у нее пельмешки на капоте. Фига там. Да-да, вовремя замедлил так. Стоп, это вверх. Это низ. А я запутался, где чё, кстати. Да-да. Запутался. Что, колёс? Все нормально. На колёс встанет? Слушай, мы её немножко занизили. Стоп, смотри, это... Она едет? На стиле, смотри, у неё глушитель болтается, она едет. Как тебе такая? Прикинь, ты в пробке стоишь, тебя обгоняет вот это вот. Вообще-то я... Теперь попробуем её сделать такой смачный краш-тест с замедленным временем. Всё-таки с приорой это должно получиться лучше. Блядь, не успел. Тихо, тихо. Ничего не потеряно. Всё ещё нормально. Кстати, наверное, надо будет сейчас пойти на другой спуск, или нет, или на... Не, другой. Да. Санёк что-то разучился помещаться между... Да, карий Санёк лол. Чё, карий Санёк? Откуда ты знаешь, какой цвет у меня глаза? Они у меня голубые. Они у меня карие. Я ещё полностью вообще остановить группу. Сейчас будет жёстко. Ёпта. Ни хрена себе. А если чё, так покажи. А ты? Я с тобой лежу. Так нам пизда. У нас глушитель сейчас обгонит, смотри. Он у нас пытается это. Да, да. Он к вам прицепился. Ну как тебе? Ты бы ездил на такой? Я шею сломал. Две. Надо на другой спуск, да? Да. F7. Сука. В текстурках застрял. Сука, пиздец. Куда? Быстрей. А, вон, во, на ту надо. Точно. Вон там еще эпичная. Ребята, заниженная приора забирается в гору. На свою родину. Что? Я глушитель потерял. Себе, только не агайк. Не агайк. Я уже давно это сказал. Не надо. Айгад не успеет. Сербин, пожалуйста. Ее носит как пельмени по маслу, когда с сметанкой намажешь их. Фу. Ты не любишь сметанкой пельмени? Нет. А с чем любишь? Соус майонез. Чербинен. Может, не надо, пожалуйста. Или прошу. Минус башка. Ну что? Это да. Мы снимаем дагестанский фильм. Чё? Два колеса. Нормально. Мы снимаем дагестанский фильм. Про любовь про любовь к овечкам и к приорам. Как думаешь, что будет с нашим джихидом, который сидит сейчас за рулем? Уже все. Давай ускорим. Он по-моему, у неё... Я хочу на это посмотреть очень медленно. Нет, чуть-чуть. Вот так. Давай. Нет. Но... Мне нравится, как колеса спа... Что? Ёстер. Ты понимаешь, что мы сейчас сняли идеальный боевик, и сейчас оно...
сквозь. Ну это нормально все. Хорошо. Это самый эпичный просто кадр за всю историю. Тайм-код. Да. И мы переходим на более солидный автомобиль. Так как у Ильи Audi A4, ну не совсем у Ильи, но почти у Ильи. Это Audi A8 с русскими номерами. Щербинин, я за рулем. Илья за рулем. Илья за рулем, да. А мы с тобой в бардачке. Да. В бардачке? Да. Там еще думаешь, кстати. Илья. Не быстро ли? Подожди. У меня проблемы, по-моему. Ё-моё. Да задние колес, издеваешься? Это же пиздец. Ладно, что? Это кто? Давай, мы бампер потеряли. Отлично, у нас теперь пацанский автомобиль. Короче, мы взяли у Ильи машину, ты на пассажирском, я за рулем. Замедление, сейчас врежешься так же и замедление. По-моему, сейчас будет жопа. Офига круто. Ебать! Бля, это пиздец. Ладно, Илья, допустим, простил нам это. Хотя на небесах уже, правда. Так, Илья решил задним ходом проверить автомобиль. Не, теперь не Илья, теперь его отец. Отец? Может, не будем ругать родителей? Ладно, Илья, извини. Давай это, короче, Илья с нами. Мы сзади сидим, Илья за рулем. Блин, мы с тобой на заднем сиденье, он впереди. Пока Илья. Нифига! Ты! Я выжил, я справа сидел. Нет, ты... нормально, то есть, да, мы Илью убили просто сейчас вообще? Просто как можно было уничтожить его? Уничтожили просто всеми способами, которые возможно. Я могу еще сжечь? Зажечь или сжечь? Я могу еще зажечь. Я представил, после такой аварии такой застает, такой опа, и танцы начинаются. Щербинин, у нас передний бампер сзади. Это лучше, это какой-то фильтр. Он сифон. Фон. Вот это можно, это фильм «Перевозчик» сейчас был. Так, тихо. Только скажи, что мы спереди, пожалуйста. А когда мне не успеют. Мы сзади были. Ну привет, желе. Щербинин. Я выжил, у меня ноуклип был. Ноуклип? Пролетел на скотч? Да. Так ты там все равно убился бы. Я ноуклип летаю и все хорошо. Так, теперь, значит, Илюха в полете снимает блокбастер. Илюха каскадер, смотрите. Итак. Фигня. Думаешь? Как думаешь, какой? Метровщик. Понимаешь, что это машина... Смотрите, это злая Ауди. О, я такой злой, такой малыш, иди ко мне, я тебя подцискую, такой. Я злой малыш. Смотри, какой я злой. Не, посмотри, я злой. убью за брата. За основу взято. Кто там вывалился? Щербин, можешь не шалить, пожалуйста? Пока. Щербин. Зачем ты дверь-то отломал на ходу? Вот что он тебе сделал? Я пролетел там. Так, все, у нас еще есть еще одна машина, между прочим. Она, правда, немножко, ну, так. Хороша. Тоже. Замедление включать? Да. По-моему, сейчас Илья убьет. Илья за рулем? Ты за рулем. Блять. Почему ты мне это сказал сейчас? Почему ты мне это сказал? Я в багажнике сижу. Ну конечно, забрался сразу туда. Подожди, мне кажется, или там. Ну нормально! Там огонь. Кто выжил? О, фига. То есть у нас еще эта часть прошла сюда. Подожди, так ее. Спасибо, Щербин. Я за рулем, говоришь, сижу, да? Ты мне хоть завещал канал свой? Кого? Канал. Карлан? Канал. Канал. Чтоб ты радовал подписчиков дальше своими посиделками на кухне. Да, да. Если попробую сделать опасный трюк. Я думал, сейчас трамплин. Да, трамплин. Чем, если под таким углом у тебя. Подожди, кто у нас на пассажирском сидел, не припомнишь? Никого не было. То есть мы с тобой. Мы все втроем багажники. Так мы дальше поедем. Поехали. Ты представь такая дорога. Ой, представь машина такая на дороге просто. Это машина без правой стороны. Называется. Мой троюродный брат по левой руке. Пацаны, поехали на пикник. Что-то не валит она. Ладно. Чё, да, пора переходить к следующему. Давай, GTR. Чё? Бери следующую. Ты понимаешь, что тут не GTR? Нас обманули. Я ничего не вижу. Это GTR. Что? Это... Блядь. Во-первых, свет. Нет, во-первых, свет.
Это след неожиданности Щербинь называется. Нет, запомните, короче. Твои. Не пали, пожалуйста, я хотел перевести стрелки на тебя. Вообще твои. Оценивай повреждения нашего ГТР. Все, попалево говно машина. Попалево говно? А? Чит-код какой-то ввел, что ли? Как тебе танцы? Сколько переворотов? Она, кстати, мало кувыркается, она больше выпендривается, по-моему. Сейчас на колё... Да ладно. Так, а теперь... Это не Иисус Пицца. Куда? А руля, руля почему нет? Что за штурвал? Почему лепестки только есть? Что за дрифт? Что за... А как ты установил? Ой! Я очень вовремя включил камеру. Ну все нормально, да! Подумаешь! О, так это же моя машина. Ах ты, ты спиздил мою машину! Чебень, ты понимаешь, что вот мне вот нравится, знаешь, вот эта вот крыша, которая согнулась, и спереди такой, понимаю, как у грузовика, теперь лобовое стекло. Щербинин, я тебе доверил на тест-драйв машину, ты куда так попёр? Ты зачем, ты её уж сломал. Щербинин, можешь вернуть целый... Колесо переднее, зачем там? Я каскадёр. Я вижу. Ты же знал, что я каскадёр, зачем мне дал машину? Там колесо вон полетело, мне его очень жалко, например. Сейчас поймаю его. Вон оно, справа. Щербинин, она нас атакует! Ух ты, вот это надо было замедлять. Ну ладно. Щербинин, тебе голову не стерло там? А, сейчас задница прям. Дичь. Сейчас колесо прилетит, да? Нет. Подожди, это надо замедленно снимать. Щербинин. Щербинин. Ты понимаешь, что я сейчас хочу словить замедленно? Где колесо? Тайм-код. Это можно, знаете, для заставок, для какой-нибудь игры, там, Need for Speed Shift какой-нибудь снимать прям. Щербинин. Ты сломал уже заднее левое колесо. Итак, Щербинин должен проехать это полностью. Щербинин, ты сможешь? Нет. Почему? Я люблю врезаться. Куда врежешься? На замедленной съемке сейчас прям. Не слишком? Ну, повышло. Фига. Компактный КТР. Кому нужен, продаем. Мне. Нужен? А, я умер же. Блин, не повезло, чувак. А теперь мы должны на новый тест. Я думаю, что он тот вот пойдет. Че? Ну ладно, новый тест. Подожди, а там что у нас? Не помнишь, что всех? А мы на всех были? Нет, там еще одна тачка, сейчас увидишь. Нет, вот тут. На всех испытаниях? Да. Ты прям не знаешь, сколько мы уже тут снимаемся. Это же наше место родное уже. Тут у нас что, не помнишь? Нет. Сейчас узнаем. Не установился. А тут у нас... Это как раз то, что надо. Дыр, про ты хотел. Да, я тоже думал, что в дырку у нас попадет и все. Сейчас будет переворот. Раз, два, там зеркало отлетело, вот это очень эпично сейчас. Ладно, замедленно включать? Да? Нет, знаешь, ты так что? Веселее. Мне жалко все днище автомобиля нашего. Ты, кстати, на дне там нищий был. Я тебя примотал. Ебануться, Щербинин гнуться, ёбаный брод. Ебать обосраться. Да это же реально боевик. Только где, мне интересно было, что в каких боевиках какой-то дебил спускается, спуск между камушками. На КТР. Да. Щербинин, как думаешь, мы встретим камень по пути или... Сколько мы уже объехали камней? Здорово. Это эпи... Зачем озвучил-то? Здорово, до свидания. Мне солнышко нравится. На солнышке так все блестит. Солнышко тяжело. Ну, у меня там такое солнышко, Щербинь. Ты так, таких солнышков никогда не видел. Солнышек. Солнышков, да. Да, шпон. Рестарт. Там что-то... Знаешь, вот это вот выглядит как какая-то какашка кувыркающаяся. У тебя ты, состояние ты... автомобиля... Надо музычку из танго наложить. Ну что, у нас остался последний автомобиль. Так, это не Need for Speed. Не забыл, как он назывался. Ну. Слышь? Это что ли? Да. Так, какой-то самый мощный. V8 Sport. Итак, Щербинин, встречай. Грозная война.
Когда в 70-х закончился свет, на улицах появился мускул масл кар. Мун Хоук. В переводе означает луна говно. Говнолуна. Только с этого вида. Давай, типа GoPro висит, короче, смотри. Не вижу. Голливуд. Не хватает взрыва. Да ладно. Можешь пердануть, как раз будет. Нет. Щербинь, как тебе? Ты любишь легендарные мастера? Ты покажники, я Квентин Тарантино. Ебать там задницу мою. Я Квентин Тарантино. Ты долбоёв. Не Квентин Тарантино. Ну давай, я... Щербинин, камушки, мы их пролетаем, как... Только не... Издеваешься опять? А нас это... Так, всех надо... Слушай, надо, по-моему, переходить на новый уровень снимания летсплеев, надо 3D снимать. Как думаешь? Будет ничего, да, так? Сегодня в белом танце кружимся. Чем? Наверное, мы с тобой подружимся. Зачем? Чё, знаешь, песню? Ой, блядь. Поехали. Оригинальный спид, скорость. Блядь, глуши. Слушай, нам эта машина нас удивила. Смотри, она станцевала нам. Как думаешь, какую оценку ты ей поставишь? 4/6. Ты же у нас любитель маслкаров всяких старых. Ладно. Червень, я попробую. Так и будет 7/6. Здорово, ребят, как дела? Спасибо за чего. Здорово. То есть тебя не удивляет, да? То есть не удивляет совершенно. То есть у нас так машин никогда в жизни. Там что-то веревка зацепилась какая-то, видел? Смотри, веревки. Это машина Человека-паука. Смотри, он цепляется. Бежит тайм. Смотри, он пытается цепляться чем-то. Смотрите, верю. Ты издеваешься? Только не говори, что я один это вижу. Это я такой. Ой, блядь. Вон он держится, смотрите, веревками. Блядь, машина Человека-паука. Человек-паук. Машина Человека-паука. Где эти нитки? Вот они. Вот. Нормально он вообще? Он, смотри, спускается. Машина, сука, это гениально. Стоп, отцепился, кажется. Нет? Эй, натянут. Дай посмотрим на эти. Дайте посмотрим на эти. Откуда он тут? А. Из колес спустил тут. Нет, уже не из колес. Да. Нормально вообще. Беспаленный. Что там, видел, сколько паутины было в конце? Итак, Щербинин. Mm-hmm. Это один из последних тестов. Ты готов? Давай. Назначить меня директором школы. Ого. Давай. А когда камшот? Да, камшот. О май гад. Только в 70-м году при. Ты заднюю ось сломал. Я не за рулем был. Не кажется ли, кто-то забывает говорить, кто сидит в багажнике, а кто сидит не в багажнике? Я Квентин Тарантино. Я тебе 100 раз сказал, кто ты. Щербинин. Я сижу за стульчиком. Ты Квентин Щербинин. Да. Давай ускорим. Он опять паукан зацепляется чем-то. О, господи. Последний раз давай. Да? Ага. Тогда я должен сделать вот это. Я проеду этот раз. Удачи. Знаешь, как я вовремя включаю замедление, уже придрочился прям. Ну прям крыша. Не, все нормально. Прям крыши, давайте, правильно. Разбивается мне. Щербинин, ты когда я ускорил, ты начал нервничать. Ой, подожди, левой передней части уже нету. Пока. Что? Слушай, ты можешь свои вот эти вот. Это знаешь, лапка паука. Пока не яйцо спит. Я иду дорогой паука. Пока. Ребят, если вы хотите новых серий, да. То вы должны. Подписаться. Вот эта вот хуйня вот черная, знаешь, она прям камеру смотрит. Слушай, это реально, это машина паука. Ну вырубится сейчас тихо, быстрее, давай, все, давайте, всем пока, всем удачи и пока. Тебя винтом сейчас порежет. Да. Щербинин. Откуда у тебя шлёз?